Не рублем, а пряником. Акцию под таким названием устроили на центральных улицах Нижнего Новгорода. Дорожные полицейские останавливали проезжающие автомобили и вручали подарки водителям, чьи дети были пристегнуты ремнями безопасности. Мы решили все-таки поощрять наших водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, не рублем наказывать, а поощрять их пряником. Дисциплинируют водителей и высокие штрафы. За непристегнутый ремень – 1000 рублей, а за отсутствие детского кресла – 3000. К слову, само детское автокресло стоит дешевле. Но, в принципе, надо, конечно, добром все это делать. Только наказывать нельзя, потому что это может ослаблять людей и навсегда уводить их из правового поля вообще. За последние полугодия в Нижегородской области в авариях пострадали более 100 детей. Эти цифры – серьезный сигнал для родителей, ведь в случае с детьми любое проявление халатности может стать трагичным. Ну, невнимательность, наверное, не обращает внимания, ребенок едет и едет. Считают, что можно избежать каких-то ситуаций, непредвиденных на дороге. Особенно важно проводить работу с самими детьми, объяснять им правила безопасности на дорогах. К счастью, бдительные родители помнят и об этом. Потому что можно врезать, так, стекло можно разбить, подшибить, как моя бабушка. Она получила очень большой синяк. Госавтоинспекция делает все возможное для снижения количества аварий с участием детей. Но основная ответственность все же лежит на родителях. Ведь жизнь детей несравнимо дороже любых штрафов.